Встречайте второй сезон героического пропуска. Героем этого сезона стала Вулкан, плут из фракции «Рыцари Совета», способный затаиться и неожиданно нанести смертельный урон. Вулкан является быстрым персонажем, который чередует нанесение урона и накладывание эффектов. Героический пропуск доступен для игроков, начиная с 26 уровня аккаунта. Разблокировка премиум линейки наград активирует плюс 50% к опыту пропуска с момента активации и вплоть до его завершения. Длительность пропуска составляет 2 недели. В нем вас ожидает 50 уровней наград. В этом сезоне мы сделали упор на усиление героя, ускорив получение первой и второй чародейских звезд для Вулкан, а также добавили возможность получить четвертую чародейскую звезду. В обе линейки наград добавлено по 25 монет пропуска. Их можно использовать для приобретения сундуков и обликов в магазине пропуска. При завершении обеих линеек наград вы разблокируете Вулкан на 5 золотых звезд. Получите 4 чародейские звезды для нее, а также сможете прокачать экипировку и повысить уровень героя. Вулкан способна не только смертельно ранить врагов, но и оставаться незаметной при атаке. Она особенно эффективна против темных героев, но в своем рвении иногда переходит черту, становясь похожей на тех, против кого сражается. Голубой клинок. Наблюдение. Красная сабля. Пассивная способность, выжидание и засада. Поддаться соблазну, надеясь совладать с тьмой, или сдержать порыв, так никогда и не познав могущества. Получи, Вулкан, свой отряд и раскрой ее силу.